одну использовал. И одна осталась. Ничего. Глупо было надеяться на побег. Мы найдем кого-нибудь, кто поможет. Это мой дом. Очевидно, мое место здесь. Я пришлю помощь. Забудь. Тут некому будет помогать. Нет, нет! Иви, прошу, Иви! Что за... У нас тут пострадавшая. Эй, какого хрена эти парни тут делают? Это точно она, Зои Бейкер. Она все еще жива. Сообщи в штаб. Ты сказал Зои? Сэр, вы здесь живете? Что с ней, черт возьми? Нам Зои! Нужна помощь, так что... Боже мой, что вы с ней сделали? Сэр? Стойте, стойте! Боже мой, Зои! Что они с тобой сделали? Послушай, мы хотим помочь. Ага. Так я тебе и поверил, парень. Вот скажи мне, кто приходит на помощь в боевом вертолете? Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Думаешь, я не знаю, кто вы такие? А еще эти монстры повсюду. Говори, откуда они взялись? Ты все неправильно понял. Ты не понимаешь! Это я не понимаю! Видишь ту девчонку? Посмотри! Это дочь моего брата. Моя племянница сейчас, а для нас есть семья. Это святое, и вы не посмеете убивать моих родных. Потому что я вам этого не позволю. Да ёб твою мать, она заражена и умирает. И нам тоже пиздец, если мы живо не свалим отсюда нахуй. Она еще жива, парень. Советую тебе что-нибудь предпринять, пока я не скормил тебя твоим друзьям снаружи. Ладно, ладно. Есть лекарство. Ты мне врешь! Да не вру я! Не вру. Мы хотели забрать ее и вылечить. А ты набросился и все, блядь, испортил. Они наверняка все еще ждут нас. Где? Они отнесли его в старую хижину, неподалеку отсюда. Оно там, клянусь. Так, ты говорил? Да говорил, а? Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. И мы сегодня начинаем прохождение второго DLC для Resident Evil 7. Под названием «Гибель Зои». Вот, здесь, я как понял, мы играем за дядю Зои, за брата Джека. Вот. Вот мы Зоя. Мы прорвемся, Зои. Мы же все-таки одна семья. Которая еще жива, но уже кристаллизировалась. А это значит, что она как бы, ну, на пути к гибели. Вот. Но мы можем ее спасти. Правда, как я понял, ребята бы ее спасли бы, если бы оголделый дядя не налетел и не начал просто бить все морды. Вот. Но... Как говорится, получилось, как получилось. Теперь нам надо как-то пытаться ее спасти. Так. Мы с тобой тут ничего не можем делать. Алло. Не? Да, я что, я кулаками могу просто драться или что? Я могу просто кулаки держать сжатыми? Не? А, так. Здесь есть это все так. Менталь.
Ага. Да, да, это оружие, просто оружие, мои кулаки. Дядя у нас такой, ну, серьезный мужик. Так, это у нас Джо Бейкер. Дневник Джо Бейкера, это нас Джо, типа, зовут. Можно сюда опустить, вот так. Как их убивать? Туловище у них прочное, но голова мягкая. Быстрые удары точно надо. Когда они защищаются, быстро врежь левой и правой, правой, левой, правой и снова левой, нокаут. Когда они упадут, растопчи головы. Пригнись и подкрадись к ним сзади, когда они тебя не видят, так их можно быстро убить. Короче, дядя Зои, при том, что он, как, ну, я насколько понимаю, обычный человек. Так, Зона, ты никуда не уехал у меня опять. Любишь меня поедеть. Он херячит их голыми руками. Так, братан, как мне взаимодействовать? Ну да, он, я смотрю, просто руками головы, наверное, отрывает. Так, это у него какая-то хижина на болоте. И он тот как бы не был в курсе, да, всего происходящего. Он здесь чилил. Пока не начали лазить монстры, он начал валить. По дороге обнаружил как бы злой с этой всей фигни. С этими ребятами, вот. Но я не знаю, короче, тут именно... Очень сильно отдыхал, раз ничего не заметил. Так, мерзкая тварь, которую я сегодня увидел, была на была не аллигатором, она попалась на одну из удочек. Но я и вытащил. Тварь была вся покрыта слизью с огромными зубами и когтями. Она потянулась ко мне, но я успел дать ей в морду. Никогда бы не подумал, что увижу такое. Какое-то ведомство проводит секретные эксперименты на людях и животных, в этом я не сомневаюсь. Теперь понятно, почему тут летают вертолеты. Ага, короче, вот так. Ну да, он, видите, он монстров спецназовцем нахерячил, вооруженных просто голыми руками. Монстров разрывает, короче. Дядя мужик суровый. Так. Это типа защищаться могу, хотя я не понимаю, зачем мне это. Мне бы когти еще как у росомахи, я бы еще круче был. Это вообще... Так. У нас тут... Подождите. Эпоксид. Дробовик М. Что? При использовании какого-либо МГ обратный счет проверки на прочность идет быстрее. Что? Ничего не понял. Так, это выложить. Тоже пока выложить. Здесь у нас. Что это? О, мощный прототип. Предмет обратно еще. Я не знаю, что это такое. Что он обладает большой буйной силой. Короче, это, по-моему, вещи, которыми не надо пользоваться. Мне как всегда, да, тут надо и тут. А, ну да, и тут сейвы, я не обратил сначала внимания. Ну, конечно, тут вместо меня уже играли, проходили. Вот. Что это делал не я. Поэтому я не знаю, пока мы не будем вот эту перчатку на левую руку брать. Что-то еще делать. Дробовик. Left, right. Ну, типа. Удар левой, удар правой. Без оружия. ЛТ. Это типа, я с разных рук бью? Правая, левая. Я бы не сказал. А почему? Я не могу так бить, Это интересно. Я думаю, как ножом могу просто бить, а я не могу. Мне надо клацать, типа. Подожди, так. Ага, вот, типа. Это где правая рука бьет, это где левая рука, я понял. Я типа когда буду бить, одна так. Ну, я понял, мне надо кнопки успевать еще хлазать, чтобы точно сделать удар. Ну, вроде бы. Наносите быстрые удары один за другим. ЛТ. РТ так. Типа. Я немного не понял, ладно. Давайте засейвимся.
времени. 4. Ясно. Так, двинули. Так. Что это? Какое начало? Что происходит? Испытание, проверка на прочность. Что? Я хера не понял, что это личинка. Зачем мне личинка? Чтобы создать лечебный предмет или просто съесть, чтобы... Ага, короче, так, давайте я заберу этот пакет. Включу. Где мы их комбиним? Получается, у нас аптечка, да? Да. Я не знаю, что это за таймер. Достается аптечка? Нет. Что? Нет, карта открывается. А аптечка почему не достается? Неудача. Окей. Я не могу доставать здесь почему-то аптечки из-за плеча. Ну, ладно. Пошлите так. Так, ну. Короче, как-то так, не знаю. Да. Это прям такой, беру Гриус, он и личинки готов есть. Так, а это, по-моему, был голос Джека. Братец, я тут. Я его голыми руками порву, или что? Дорогоножка. Что? А, короче, это все типа это. Так, ну тут надо, можно стелсить. Можно... Ну ладно, пидор плесневелый. Я вас, уёбков, голыми руками разорву. Так, а ну-ка. Я хотел вообще-то постелсить. Я не знаю, не голыми руками с ними драться как-то, если честно. Я не знаю, как-то совсем не камильфо, а? Ты исчезнешь, не? Эм, ты, походу, никуда не денешься. Ну ладно, шо, сука. Ах ты... Царапнул меня, сука, раз. Э, ты чё? Ты шо? Я не понял вот это вот левой, правой. Я, честно, мне кажется, буду правой пиздовывать. В случае попробую. Так, меня тем более ранит. А, блядь, идите сюда. Умер рука, надо дурвать. Твари. Так, давайте по стелсу, я охотник. Я выслеживаю свою дичь. Сеня, дичь. Так. Я как-то могу на них нападать по стелсу. Понять бы как. Так, чмо. Не могу понять, он меня увидел, не увидел? Увидел. Пошел нахер. А можно так, чтоб убежать, чтоб ты, блядь, отвалил от меня просто нахер, блядь? Нет? Бля, вы теперь вдвоем идете еще? Ну че вы, да че вы, че вы, че вы? Мужики. Какое нам вам надо? Я домой. А я домой. Блядь, ты и сюда зайдешь? Мужик, помоги, они идут! Ёб твою мать, ну давай, блядь. Так, один прилёг. Ах ты, сука!
Так, сделаем вид, что ничего не было. Мудилы. Ну ладно, пидор плесневелый. Я вас уйдет голыми руками разорву. На, сука, на! Так, ну одного разорвал. Действительно разорвал. Нормально, даже не ранили. Надо тупо гасить их, надо на агрессии тут действовать. Тут совсем, так сказать, другой стиль ведения боя. Приветствуется, как бы, так сказать. Так, сейчас я попытаюсь еще как бы застелсить, ребят. Не понял, правда, совсем как. Но... Так, что ты? О! Я не знаю, что я сделал, но я что-то сделал. Один теперь ползает. Давайте, давайте, что вы, блядь, вдвоем на одного? Дайте я пробегу немного, я спиной уперся. Ну давай, блядь, теперь, давай, 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 ты ж ходишь. Давай, сука, давай. На. Ну что, сука? Блядь, что цопнул, блядь? А как ты цопнул, когда тебя бил-бил? А ты не станился. Блокировать. Ну так, типа, я понял. Как и было. Так, со стелсом не срослось, но... Мы их захерячили. Так. Бездна вроде бы ничего не видно. Так. Так. Слушай, просто надо бить, да, чтобы сломать, я понял. А ну. Какие-то. Слушай, как раз. Это быстрые удары можно было делать, я так и не понял. Так, эпоксид, боксер. Собираю убийц, чтобы усилить атаку. Что? Чего, не понял? Жуткая кукла, используемая для черной магии. Каждая такая кукла в рюкзаке дает плюс один к силе атаки. О, да, ничего себе. Ну, спасибо. Так, аптечку пока делать не будем. А я человек, типа, ну, все даю качество, голыми руками буду рвать. Не, конечно, у меня там в сундуке есть. О, да, мы чисто из-под камней, из-под всяких херни, из-под коры, всяких жучков, многоножек выковыриваем. Жрём их. Ну, пока еще не жрали, но будем. Вот, Ариш, мне что-то ДЛК голыми руками. Я ищу, у меня, конечно, лежит какой-то дробовик и непонятная перчатка, но я как-то не спешу ими пользоваться. Так. Что ты? Там кто-то на полу. Вам, блядь, не кажется, что тут слишком темно? О! Один из парней Криса. Лекарство от инфекции типа Е. Что за? О, что это? Господи боже! Опа! Ну сука! Ты шо, сука? Я
раздавил ему голову. Так, ты не будешь вставать? Вроде бы нет. Но я кого-то еще слышу. Ладно, у нас теперь типа, вроде как есть лекарство, это же для Зои. ДЛК, оно типа коротенькое такое. Иди сюда, блядь! Так, этого сразу опизделили. Давай! Так какого ж хера? Ты шо, сука? Какого хера на тебя удар? Не действовать. Сука. Блин, паскуды, блядь. Так, надо хильнуться. Играть, тварь, блядь, кусаются они еще, суки. Так. Как-то, блядь, ну так странно работает, так херово, что самому нельзя просто с кулака им нахерячивать. Надо эти кнопки нажимать, это странно. Неудобно. Так. Как-то же еще по стелсу можно действовать, да? О, блядь. Деревья падают. Это что? Там, блядь, такое. Кстати, тут где-то Джек еще. Это он и есть? Это, блядь, что? Во-первых, дом горит. Во-вторых, блядь, этот огромный аллигатор, крокодил. Нет, 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 нет! Ага. Японский бог, это в натуре крокодилы. Так, дайте я, наверное... Застейблюсь, что ли? Так. Раз, два, три, четыре, пять, да? Раз, два, три, четыре, пять. Пять огромных аллигаторов, мёрзлых. Ничего не могу с ними делать, не? Блядь, дом горит. Зои! А не, вот Зои. Зоя, кстати, живая. Ух, блядь, японский бог. Ладно, только бы помогло. Да черт подери, почему оно не действует? Это ведь не полная доза. Этого мало. Ей нужна полная, чтобы вылечиться. На базе есть еще. Развяжи меня, я тебя провожу. Прошу. На какой базе? Ох, блядь. Мужик! Отдай мужика! Зои! Что, блядь, происходит? Все, мужику пиздец. Прости, братан. Черт, надо унести Зои подальше отсюда. Зои. Можно как-то тебя взять? Ёб твою мать! Ох, сука, Джек, ебать, блядь, надо ты какого-то дальше. Кровососа болотного превратился, блядь. Совсем рёху дал. Эх, сквозь огонь, нет, через воду. Боже. Как будто в фильме ужасов очутился. Да и не говори, блядь. Все хорошо, Зои. Теперь все хорошо. Ёпара, сука. А вот и болотник, Джек. Будь оно все проклято. Как он выжил после укола, непонятно. Тот салага сказал, что они свои микстуры хранят на какой-то базе. И какого дьявола здесь делает эта стена?
Какая-то дамба. Понятная. Похоже, кто-то оставил свет включенным. Это хорошо. Может, там кто-то есть из нормальных людей, они нам помогут? А ты Джо не будешь? То Джек, а это Джо. Походу, его, я так понял, Джо зовут. Я надеюсь, Джо, может, ты не будешь больше бить людей Криса кулаками по голове, и они как-то помогут нам, особенно Зои. Не переживай, Зои. Еще чуток осталось. Да, хотелось бы, чтобы для Зои все хорошо закончилось, потому что, ну, она всю дорогу помогала Итану, сути, так как бы бескорыстно. В итоге оказалось, что как бы, ну, ей никто никак ничем не помог. Итан, конечно, обещал назад прислать помощь, но счет. Не знаю. Не, ну, кстати, да, вот это может это и была эта помощь, как бы, то, что ее нашли. Вот. Да сколько можно? Не сейчас, крокодильчик! О, я там вижу эту куколку. Подождите, вы, блядь, серьезно? Я должен сейчас в воду с крокодилами лезть? Ладно, секунду, дайте я возьму. Чучелка, которая увеличит мне урон. Это же крокодил! Пошел вот нахер. Здесь ты в безопасности. Пошел нахер, блядь. Крокодил. Так, можно я положить? Подожди меня тут. Принесу тебе что-нибудь, от чего полегчает. Во всяком случае, постараюсь. А теперь же мне вопрос, блядь. Мне тебе еще с крокодилами воевать надо, а? Че, лодка? Так, сейф. Интересного и полезного ничего не вижу, но слышу. Тыркал. Знаете, мне что-то лезть крокодил в воду, блять, особо туда не хочется. Ничего интересного не вижу, как бы. Крокодильчик. Ну я бы хотел. Ладно, все, пошел. Да, я не хочу, блядь, чтобы меня отражал крокодил. Более не пойму, какой смысл был дома, когда попытаюсь его убить. Вот, а здесь у нас ребятки. Смысл его убить. Так, ну давайте попробуем. Да, гляньте, стелс работает. Прям так красиво, сочно и эффективно наш стелс работает. Так. Давайте, давайте, будем, значит, действовать тихо и аккуратно по возможности. Он просто по кругу ходит, да, получается? Как бы. Я так не успеваю. Теперь тоже могу ускоряться вроде как. Бля, он не услышал меня и стоя. Оказывается, если быстро подлететь, то можно и не из этого, не из стелса. Я решил просто проверить. Вообще нет, я вообще подумал, что он будет присесть, типа, побыстрее двигаться. А он, видите, нет, он побежал. Так, я могу тихонечко, тихонечко. Он меня не увидел? Здесь какой-то, это мелкий. Блять, а с мелкими, конечно, вообще. Слышь, Додик, ну если ты стоишь. Я думаю, я тебя спиной тоже смогу захерячить. Да, вот так, вот так. Херово, что ног не показывают, которыми мы тебя топчем. Че у меня? Тело. Кстати. А вот не тело видно, но во время игры, не во время катсценок и прочего. Не знаю, почему так, но как-то так. Так, стена. Так, блять, почему я вечно оказываюсь возле этой стены? До шкафа. Это чё? Опять зона поехала, чешу, блядь. Как меня это кумарит. Что я сделал?
мальчика какого-то жука. Так, надо быть внимательным этих боксерчиков маленьких терять. Не пропускать. Слышишь, блядь? Зик. Слышишь, я кину копье. Может, я не попаду сильно низко. Надо было встать, но я попал. А типа, раскинул и все? Копья больше нет. Так. Первого. Можно драться копьем как-то, а? Кидать его. Ой, давай, хоть как-то эмулировать будем эти удары. Симулировать. Так. Давай я смотрю сейф на сейве. Или меня сейчас какой-то зарез там ждет. Не все складывается, да. Да у меня уже урон увеличен на 3% целых. Это мне хухры-мухры. Так. Так, туда я выпрыгну, назад не вылезу, да? Ну, давайте, что, блядь, поделаешь. Стелс. Стелс на что все делать? Явно какие-то лаборатории были. Вы пришли по... Так, следующие приказы должен... Следующие приказы принадлежат немедленному исполнению. Мутамицет на воле, в болоте. Он будет мутировать по мере встречи с другими организмами. Нельзя допустить, чтобы он добрался до склада медикаментов. После мутации они станут бесполезными. Нужно перевести станцию по синтезу препарата на колесный пароход. Ясно? Колесный пароход? Черт, с вами не соскучишься, ребята! Ага. Так, мы крадемся. Мы теперь очень часто будем в стелсе. Мне как бы их сзади убивать с одного удара намного интереснее, чем вот это боксировать. Если бы боксирование было, ну, настоящее, а не вот это. Ты это мне... пошел прочь отсюда! Скажи, ты мне скажи, ты что, здесь совсем ёбнулся? А если я тебя вот так обманул? Пошел в бочку, блядь. Я что-то схватил, не знаю. Ты здесь сдохнешь. Хорошо, давай. Я не знаю, я ему вроде втащил. Я не знаю, да выбейте, блядь, эту дверь, я не могу ему. Че, он очень быстрый. Я тебе башку пробью. Я ему разочек даю в табло и убегаю, я не знаю. Что мне еще делать? Я как бы, ну, пытаюсь выбить дверь. Ну, можно злиться и ходит все быстрее и быстрее. Пошел в очко. Ну, сука. Ну да, сначала уничтожьте всех находящихся. Братец, давай, давай. Ах ты, сука. Ну давай. Я там уже шкаф, блядь. А, шкаф. Давай, давай, сучара, блядь. Давай, кто, блядь, здесь сдохнет?
Давай, блядь! Сука, ты шо? Больше ты нас не потревожишь! Козёл, блядь. Хватит. Ух. Быстрее. Ах ты ж, блядь, такая! Что? О, да ладно! Лежи, где лежал! Ублюдок! Ты просто уйдёшь? Какая-то помеха звука была странная. Ну, подождите, там запись продолжается, все продолжается, меня слышно, их услышно, вроде бы да. Пошел нахер! Я не могу тебе показать то, что я тебе хочу показать. О, рак. Это самое интересное пока из того, что мы добывали для поесть. Ой, фу. Немножко... поднамял личико, так сказать. Ничего, живем, держимся. Мы тоже неплохо постучали. О, еще плюс 1% урона. Целый 1%. Так, здесь у нас что? Здесь у нас чего? Так, давайте мы... то хотел сделать, я хотел объединить, сделать еще одну птичку. Это... неплохо. Личинка. Неплохо. Я надеюсь, что мне сначала не захотел тратить целую аптечку. Так, стоп. А, эта дверь заперта с другой стороны. Ну ладно, окей. Давайте застрелимся. Так, ну что, друзья, на этом мы и будем завершать нашу первую серию по спасению нашей... в данном случае племянницы Зои, да, я бы хотел, конечно, чтобы для нее закончилось все как-то хорошо, потому что она вроде бы, ну, такой плюс-минус положительный персонаж в этой всей истории Resident Evil 7, как бы, она всю дорогу помогала Итану, и вроде бы ни в чем она абсолютно не виновата. Как бы Джек и Маргарет тоже, но их, к сожалению, уже не спасти, вот. И как бы, к удивлению, Джек каким-то образом вылез, хотя он тогда что же там... кристаллизировался там или что, вылез, говорю, выжил. Вот, он вроде кристаллизировался, когда ему сыворотку вогнали, должен был окончательно погибнуть, но почему-то... что происходит? Ну, я когда руки вниз опускаю, ну, что-то вибрирует, ну, что? Ну, ладно, короче, вот. Надеюсь, вам нравится мое приключение так же, как и мне. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А если есть какие-то вопросы или просто желание пообщаться, пишите свои комментарии, я обязательно постараюсь вам ответить. Вот, жду вас в своих следующих видео. А сейчас всем удачи, всем пока!